Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Сергей Карамушкин. Краудфандинг. Нам нужен альбом 70 тысяч рублей. Показывай, сейчас iPhone выходит. Крутит. О, слава богу, ёб вашу мать. Краудфандинг отменяется. Черт, ладно. Спасибо. Гофристайл. Лужа нахуй. Братья, смотрю вас со школы. А че, как уроки несутся там? Че там проходит? Кого-нибудь уже попырнул этот, как трудовик оттрахал кого-нибудь. Табуреткой. Короче, едем мы тут в Эль-Пробке. Подожди, может надо подождать 1000? Ну давай подождем, давайте. Пока поотвечаем на эти вопросы, какие там. Прелестная погодочка у нас тут. Да все просто здороваются. Фристайл. Какой фристайл, блядь? Фристайл — это прошлый век. Давай позвоню тебе, кто-то, Сергей пишет. Илья, ты все еще играешь, что с Михайлова спрашивают? Да. Все еще, блядь, отвечаю на этот вопрос, что играю. То тараканы пишут. Какие планы, да. Ну, пацаны, мы дико едем к вам. Тут небольшая пробка. Минут через сколько, Леха? 40. 40 минут. Минут 40, в общем. И мы будем... Как у вас там успехи? Придумали рэпов уже классных? Мы, да, скажи. Мы придумали. Мы вам сейчас привезем огромный, блядь, чемодан. Ну, ничего, через сколько? Пару лет будет, 10 лет альбому «Смачные ништяки». Вот поедем сыграем. В туры, сыграем всякую. «Привет, Гагарин» сыграем, или как она называлась, эта песня? О, Гринмат написал, что мы пидоры. Слышь, говно, поешь, ебать, дресни, блядь. Твоя мать шлюха, блядь. Пидор, блядь. Обожаю эту хуйню. Ну вот, ребята. «Анакондас» против хейтеров, да? Машина Сеги? Не, друзья, у Сергея баклажановый Hyundai в Астрахани. Все, он уже у мамы. Это уже не моя. У мамы, уже. Да. Все нормально. Мама в Казани рассекает. Было заебись. Да, в Казани было заебись. Классный концертик был. А, что пишете? А, Пинчер 594 написал: «Волгоград». Чувак, ты экономишь время, когда пишешь? Что в Волгоград? Просто приезжайте или... Не хочу вас видеть. Привет в багровых тонах, парень. Сейчас слушает и увидел как раз нашу трансляцию. Южно-Сахалинск. А мы же поедем в Южно-Сахалинск? Привет с Караганды. Ой, бля, были же мы у вас с концертом. Мне какой-то хуй за ногу. Вот, все воспоминания о концерте. Регулятор или вентилятор какой-то. Алюминиевый дирижабль. Привет, Гитлер. Приедьте в Украину в этом году. Да. Мы очень хотим. Мы говорим. В общем, мы хотим. Вопрос решается, а приедем или нет, неизвестно. Все зависит от вашей пограничной службы. Смотри, Владивосток когда? Чувак, ну зайди в официальную хуйню какую-нибудь и посмотри. И про Мурманск тоже самое. Бля, вы... Зайдите в интернет. Вот где вы сейчас смотрите эту трансляцию, там прям фотографии есть же, блядь, в аккаунте последние. Со всеми городами. Че в этот раз в Лужниках не будете? Мы в этот день будем в Калининграде играть. Да, и там будет лучше, конечно же. В Белгород. Ну, Белгород, да, что-то мы проезжаем. Как сами. Ой. Че, как у вас там на уроках? Нормально?
Как там Slipknot? Как там Limp Bizkit? Как там Фараох, вернее? Как там Фейс? Я сегодня видел смешную картину, как мы провели лето. И Шкирета сидят, а вот Гуччи Гэнг. Тимур, бля. Тимур, кстати, здесь с нами. Наконец-то! Когда узнаете, кто с нами. Анкл Тимик упал. Едет делать битос. Панком. Ну. Тимур первый панк-рокер, первый последний панк-рокер в Казахстане. Мне был же еще Цой. О, нам написали Эшкере. Вы привет, да. Как там Шнур и Фараон? Транса на минуту. О, транса на минуту. Почему на минуту? Делать пока нечего. Я написал, пора Стене Смерти посвятить трек. Ты можешь зайти в группу, в официальную группу Тараканов. И там оставить пожелание, на какую тему мы будем писать сегодня трек. Ну ладно, пока вы прибавляетесь, тем, кто есть, скажем. Если вы не в курсе, ребятки, мы сейчас дико мчимся в Подмосковье, в специально обустроенный дом, где сидит группа тараканов и снимает свое реалити-шоу, как они пишут альбом. И вот браво ансамбль «Анакондовик» едет им помогать. Немножечко с пиздатыми песнями. Вы можете зайти в группу тараканов. Там у них... Ой, из Дагестана привет. У них там... алейкум. Да что ты меня, блядь, перебиваешь? Просто первый раз в жизни я увидел, что кто-то там привет передает из Дагестана. Так может он проезд там просто. Да. Короче, да, там в группу тараканов заходите. И у них идет голосовалка там на тему для песни. Придумайте нам, пожалуйста, классную тему для песни, чтобы мы сами не мучились. И текст накидайте, желательно. Потому что, судя по последним тенденциям, песни писать вообще не модно. Вот, так что давайте подумайте вы за нас. Раз. Стрим здесь. Вот, вот, ребята пишут вам. Видите вы? Тараканы.ру. Аккаунт. На сайте все есть. Да, короче, ВКонтакте можете найти и у нас в группе, и в группе тараканов можете нас найти ссылку на YouTube, где идет стрим. Вон тебя в Грозный зовут, Сергей. В Грозный? Да, Go в Грозный он написан. Go в Грозный. Nein. Keine, keine Lust. Na. Keine Lust, да, keine Lust. Привет из Дагестана. Блять, как много сообщений, не успеваю их читать. Вот песня про футуризм. Ну, я надеюсь, вы уже заходите и пишете там интересные темы для песен, а не всякую хуйню. Там вот пишут, я думал, что вы умерли, например. Ебали тебя в рот, мой. Вот. Сзади, как вы понимаете, у нас доктор наук. Мозг и интеллект нашей группы. Илья. Что за фест в Пскове? Кстати, ебать, мы играем в Пскове на фесте имени Довлатова. Это очень странное мероприятие. Зашел на сайт, там попытался найти информацию. Это очень скрытное мероприятие, но, по крайней мере, туда вход свободный. И вроде как мы там точно играем. Фест-заповедник называется. Да, так что приходите. Мы никогда не были в Пскове. Вот, пусть будет наш первый опыт таким хотя бы. А мы вот. Не были в Пскове. Виспер 88, передаю приходи. Хуёв зачку, кстати, если что. Сергей, ты там, да, плохие я комменты ищешь? Хейт, Сахалина, привет вам! Вы были на Версусе? Были. Где Илья? А, нет, извини, не из 1888. Илья, из дома ебёт твоего батю. Где еще? Где же, блядь, еще? Ой, да. Пошли нахуй, пидоры, вас рот ебал, что вы сдохли. Это и так все знают. Это вот у него защик и хуи. Пошли нахуй, пидоры, вас рот ебал. Хочу еще раз это послушать. Очень интеллектуальная беседка у нас тут завязалась, друзья. Интернет, куда значит никак. За хуйня с концертом во Владивостоке, там один день, ну да, мы там играем сразу с Фараохом в разных залах, только насколько я понимаю.
Я не знаю, вы не можете определиться, куда как пойти? В парикмахерской, женский зал и мужской. Вот мы играем в мужском зале, а в другом играет фараон. Вопрос Тимуру. Спину вылечил? Лечу в процессе. В процессе. Пусть. Вашими молитвами все нормально. Где Алекс профессор? Артем, покажи профессора. Да вы что, совсем что ли? Вот. Видно вам? Можно, могу вот так вам сейчас показывать. Получше камера тут у меня. А где басист? Ха! Спит, надеюсь. Не, он работает. Работает. Сега гей. Fuck you, bitch. Молодец, кажется, Сергей. Кажется так. Fuck you, fuck you. Салам, Алексус, братишки. Салам, Алексус. Где Мачислана пишет? И где Пич? А у меня мы с ним переписывались. Ты сука. Я? Или кто? Тимур, от тебя наверняка пишут. Тимур, расскажи какую-нибудь охуительную историю. Не знаю. Что тебе последнего из музыки понравилось давеча? Action Bronson на альбом слышно недавно. А из русского? Фейс, конечно же. Ничего не припомнится. Ты ничего не слушал, тебе ничего не понравилось? Я мало слушал, но из того, что слушал, мне ничего не понравилось, не запомнилось. Лох, блядь. Не хочет поддерживать русский рэп. Бля, Лёха, где мы вообще едем? Что это за дивное место? Здесь слева Дрим живет, это новые водники. Следующие водники. Альбомы будут такие же попсовые? Ну да, мы же, блядь, надежда нью-метала в России. Рэпкора. Классического рэпкора. Привет, Алекс, Макс. Мать, глянь в интернете. Подключи, блядь, интернет себе. Наконец-то, блядь, смотри. Тут облакитные едут перед нами, зыч. Хохлы. О! Павел Гончаренко к нам присоединился. Мемси Коксакер, крутой псевдоним. Бери, братан, себе, мне не жалко. Вот видите аккаунт X-Nothing, это Паша, который нарисовал нам обложку на альбом и нарисовал нам мерча. Да, накидайте ему хуёв на стенку. О, почему Илья не шутит? 500 рублей плати, блядь, будет анекдот. А вот свежая шутка, что с вами делает скриптонит. А, Тимур, что ты на это ответишь? Вы ронять Запад собираетесь, блядь, детишки, идите нахуй, просто. Вон Паша пишет, больше хуёв. Больше хуёв. Пробки в Москве, ужасно. Где мы? Новые водники, прикольный район. Там слева Дрим живёт. Я в военкомат тут, блядь, ходил. Через пару домов. Так. Больше. Артём пидор. Ну, у меня глаза укуренные. Блин, всегда так пишут, что мы на интервью обдолбаны, укуренные. Это не так. Мы просто плохо выглядим. Серьезно. Почему-то всех обвиняют в укуренности. Будем ли мы в Риге? Собирались когда-то? Чё-то нас не зовут. А, кстати, недавно интересную историю слышал про Таллин. Наш кореш таллинский Лев сообщил такой инсайдик, который я сейчас просто на весь мир, из состоящих из 330 человек красавчиков расскажу. Таллинские орги не хотят нас звать, потому что боятся, что мы заломим огромный ценник, и они хотят, чтобы мы сами на них вышли. Но мы хуй будем выходить. Мы сами выйдем, мы заломим с чем в два раза больше, и, блядь, так, нахуй. Так будет с каждым. Не, вы представляете, какие у вас организаторы? Мы просто возьмем и сами сделаем концерт в Таллине. Когда соберемся с силами. Да, потому что это, блядь, хуйня. Так не делается. Поэтому до сих пор не добрались, потому что у вас орги какие-то, блядь. Ушлые. Ушлые, да. Ну и спрос, наверное, на нас не очень большой, раз орги такие ушлые. Все, отворачивай. На этом все.
Рига не Таллин, Таллин... Да я знаю, я просто... У нас в связке Рига с Таллином должна быть. Чё там, кстати, чё... Вы уже пишете там темы для песен? Чё там, несется? Кто-нибудь там зашел, хоть посмотрел? Покидайте сюда, чё там пишут. Давайте серьезно, мы, блядь, серьезная группа. Тараканы серьезная группа. Отнеситесь, будьте серьезны. Тему пацаны не сюда кидают, кидайте туда вот к тараканам. Любить жизнь, несмотря ни на что. Хорошая тема, да. Боже ты мой. Да ничего у меня нет с носом, блядь, прыщ просто. Извините за мат. Сколько стоит ваш концерт, спрашиваю? Там вот дримовский домик торчит, блядь. А вот если речку сейчас мы переедем, уже до пути,